19 января в Тогурском воскресенском храме состоялось праздничное богослужение. Православные верующие отмечали праздник Крещения Господня. Он считается одним из самых древних христианской церкви, установленной еще во времена апостолов. Богослужение традиционно продолжилось крестным ходом церковнослужителей и верующих прихожан до реки Кеть. Епископ Колпашевский и Стрижевской Силуан совершил молебен и освящение воды. Крещение, которое еще называют Богоявлением, один из 12 важнейших православных праздников. Он посвящен крещению Иисуса Христа в водах реки Иордан Иоанном Предтечей. Купание в проруби в праздник Крещения Господня является старинной традицией. Вот уже в 12-й раз на реке Кеть по инициативе руководства предприятия «Риск» обустраивается купель на собственные средства. Считается, что крещенские купания – это возможность очиститься от греховной скверны в освященной воде. Сотрудники предприятия «Риск» заранее соорудили каркас для входа в воду и раздевалки для женщин и мужчин. Также была установлена отапливаемая будка, в которой желающие могли обогреться после купания. К слову сказать, купель на Кети – единственное организованное место для купаний в Колпашевском районе. Желающих пройти процедуру омовения, как обычно, оказалось немало. Православные верующие в течение всего дня шли к местной Иордании, веруя в особую силу крещенской воды. За безопасностью во время купания следили сотрудники ГИМС. Полиции. Также возле купели было организовано дежурство работников скорой помощи, дабы оказать экстренную помощь купающимся в случае необходимости. Крещенская вода – великая святыня. Верующие стараются запастись ею в церквях на целый год и пьют святую воду с молитвами для прибавления душевных сил и здоровья. Окропляют свои дома, чтобы там был порядок и покой.